Ребят, всем привет, всем добрый вечер. Экстренное, очень экстренное включение. Произошло ДТП, столкнулись две фуры. Сейчас я скажу вам точно, где поселок Лупья, между Амутинским и Афанасьево. Это, если я не ошибаюсь, Кировский район, ну где-то в той стороне. Вот. Столкнулись две фуры, Делка и МАН, МАН-частника, то есть дядька Алексей Николаевич, это его машина. Дядька сам с Мурманска. Ну вот, лег на бок за 26 лет, первое ДТП у человека. Вот я к чему, нужна помощь, нужна, ребят, ваша помощь. По возможности, если, ну, есть у кого-то возможность какую-то копеечку перекинуть. В описании к этому ролику будет номер телефона этого дядьки, можете сами позвонить, убедиться. Вот, и, ну, какую-то копеечку перевести, если есть возможность. Если будете проезжать мимо, подогрейте чем-нибудь дядьку, я не знаю, там продуктами, сигаретами, водой, огоньком, баллончиком газа. Ну, просто подойдите, спросите, как дела, вот, по возможности. Обещает минуса, машина лежит на боку. Ну, сами прекрасно понимаете, там минус 20, минус 30, температуру обещает, машину не запустить. Беда, беда будет, ребят. По-братски прошу, по возможности, если есть такая возможность, помогите. Нужно вызывать кран. Кран стоит бешеных денег, никто просто так не поможет, просто, ну, мы же сами знаете, где мы живем, дорожники не смогут его поднять, там уже звонили, вроде как такого крана у них там то ли нет, то ли что, не знаю, ну, короче, придется вызывать технику более серьезную, ну, я так понимаю, он груженный очень хорошо, там двадцатка, не знаю, не буду врать, вот, так что по возможности, и репостните, с миру по нитке соберем дядьки на кран. Добро нам вернется. Всем спасибо, всем пока, всем удачи на дорогах. Будьте внимательны. Спасибо, пока. Пиздец, страшилка на Делка, блядь. МАН на боку. Делка, блядь.